Мавзолей без караула оставили. Мы недавно с Толиком идем, я говорю, может, мы постоим? Толь, встали. Вдруг дверь открывается, оттуда Ленин. Ну, говорит, чего тут? Я говорю, мимо проходили, добавить хотели. Толя говорит, дядь Володь, раз уж ты проснулся, может тебя спросить? Ты вот когда говорил, мы пойдем другим путем. Ты какой путь имел в виду? А то мы еще ходим, ходим, и никак на прямую дорогу выйти не можем. Ленин говорит, это вы о чем? Я говорю, о том, что выбирали в Думу новых депутатов, а выбрали половину старых. Толя говорит, потому что очень быстро выбираем. Я в детстве столько в школу не ходил, сколько сейчас на выборы. Ленин говорит, от меня-то вы чего хотите? И Толя говорит, Ильич, в газетах пишут, что немцы тебе денег давали. Скажи, к кому обратиться? Ленин говорит, вы соображаете, что вы говорите? Толя говорит, не всегда, потому что инфляция на мозги действует. Я вчера за $1 4700 раз спасибо сказал. Ленин говорит, закусывать надо, ребята. Толя говорит, закусывать. Ты, дядь Володь, нынешних цен не знаешь. Если бы ты узнал, ты бы не проснулся. Я говорю, кстати, во время войны немцы за голову моего деда 5000 марок давали. Я сыну рассказал. Он говорит, давай мы возьмем. Я говорю, сейчас твой дедушка никому не нужен. Сейчас за его голову даже почтовую марку не дадут. Толя говорит, Ильич, не поверишь, до чего дошло. У нас во дворе мужики в домино играли. Один крикнул, рыба! Оглянулся, за ним очередь стоит. Когда ты к тебе очередь стояла, ты лежишь, а люди идут мимо, тихо. Я говорю, тихо, потому что разбудить боялись. Думали, ты проснешься, и за то, что тут натворили, всех на Колыму сошли. Ленин говорит, не волнуйтесь, это у вас еще впереди. Толя, хотя, между прочим, артист Шифрин на Колыме родился. Говорите, его на родину сошли, чтоб ностальгия не мучила. И чтоб лишнего не болтал. Я говорю, а меня вчера милиция остановила, стала обыскивать. Один так схватился за ребро, подозрительно спрашивает, это что? Я говорю, ребро. Говорит, почему торчит? Я говорю, у правительства спроси. Толя говорит, до чего дошло? Гайдар отказался Ельцина на выборах поддерживать. Ничего, говорит, сам дойдет. Толя говорит, вось. А что это мы с тобой тут у порога топчемся? Может, к тебе заглянем? Ленин говорит, сейчас завляете, и хватит только за шиворот. Толя говорит, Вить, а это не Ленин. Я думал, это у него лоб, а это фуражка. Я пригляделся, точно, милиционер. Извините, говорит, ваш капитан, мы к вам лучше в следующий раз заглянем. Ленин говорит, зачем следующий? Он за вами, уже машина пришла. Короче, отвезли нас с Толиком в каталажку. Я ему говорю, говорил тебе, Толик, не лезь в политику. Их, которые лезут, потом всех сажают. Толик говорит, Витя, кушай, сажают. Будем ждать амнистию.